Эфир телеканала «Россия» продолжает «Вести Ульяновск». В студии Владислав Витковский. Добрый вечер. Смотрите выпуски. В Луговом люди опасаются за свое здоровье. У нас очень сильно воняет. Особенно жжением, таким гарью непонятной. Больше как на химикаты. Кто устроил жителям поселка такую жизнь, расскажем в выпуске. Люди пожаловали, последовало предупреждение. Я объявляю тебе выговор. Выговор – это очень серьезно. На сегодняшний день наказание, взыскание. Глава города провел личный прием граждан. Какие темы затронули, узнаем через пару минут. 11 регионов страны и 60 спортсменов. Главное, чтобы прикрепление работало. Ну и тормоза не терли. В Ульяновске прошла всероссийская велогонка. Едкий запах химикатов разносится на все село. В Луговом людям нечем дышать. Причиной этому послужила свалка, где львиную часть занимают пластиковые тары из-под опасных химических веществ. На место сегодня прибыли городские власти, но попасть на территорию предприятия без помощи правоохранительных органов не получилось. А на представителей пресс-службы администрации вовсе напали сотрудники этой же компании. Артем Петров подробнее. Вот, мы смотрим. Зерномакс, гербицид, то есть концентрат. Вон, видите? То есть, там остатки есть. Это все давится и выливается. Вот, кислота. Экскурсию по свалке химикатов проводит начальник отдела агентства по развитию сельских территорий Александр Брагин. Днем ранее в социальных сетях он начал бить тревогу. В Луговом складируют химикаты. По полигону разбросаны десятки пластиковых бутылок. На некоторых упаковках надписи, понятные даже людям, далеким от химии. Аммиак. У нас очень сильно воняет. Особенно жжением, таким гарью непонятной. Больше как на химикаты. Местные жители переживают за здоровье детей. Запах от свалки разлетается на сотни метров. Иными словами, дышать аммиаком и не только вынуждены десятки семей. Выяснилось, что предприятие, которое складирует отходы 2 и 3 класса опасности, имеет лицензию на переработку пластика. То есть, возможно, бидоны, в которых долгое время хранились ядовитые химикаты, могли пустить под пресс и найти этому же пластику новое применение. Вот только выводить свою работу за дело конкретного места здесь не имели права. По информации конкурсного управляющего, им был предоставлен в аренду только ангар. А отходы расположены на близлежащих земельных участках. Сегодня же на место прибыли сотрудники городской администрации. После осмотра свалки и общения с жителями Лугового к сотрудникам пресс-службы мэрии рьяно направился неизвестный мужчина. По словам наших коллег, он пытался выдернуть камеру, а когда это не получилось, в бой пустил кулаки. Видимо, разговаривать этому мужчине, который вышел с территории того самого предприятия по переработке пластика, теперь придется в кабинете следователя, но уже умерив пыл. Наши коллеги написали заявление о причинении телесных повреждений в правоохранительные органы. В настоящее время заявление зарегистрировано в установленном законом порядке. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Возможно, ответственность понесет и само предприятие. Городские власти обратились в природоохранную прокуратуру, которая проведет проверку и даст правовую оценку складированию опасных отходов. Артем Петров, Вести, Ульяновск. Выговор от главы города получил главный дорожник Игорь Бычков. На внеочередном приеме граждан критики удостоились и другие подчиненные Сергея Панчина. О чем шла речь, расскажет наш корреспондент. Поводом для привлечения к строгой дисциплинарной ответственности начальника управления дорожного хозяйства и транспорта и ряда других сотрудников администрации стали критические обращения жителей города и затянутые по срокам дорожные работы. Я объявляю тебе выговор. Выговор – это очень серьезно. На сегодняшний день наказание, взыскание. Владислав Владимирович, хоть ты недавно работаешь в этой должности, я объявляю тебе замечание. И Шорина предупредить за вот эти вот виды работ. В частности, претензии к дорожникам касались качества и сроков ремонтных работ. По словам Рашида Муратова, он неоднократно обращался в управление дорожного хозяйства и транспорта с просьбой о проведении карточного ремонта дороги на территории многоквартирного дома. Однако решаться проблема началась только после личного приема у главы города. Проблема у меня есть, наверное, и будет. Я 7-й год работы старше по дому. Вот.
Дом, конечно, был раньше брошенный, вот моими силами, наша компания засвяжская, во главе с Жуков, там, Айзатовым, огромное спасибо им, у меня ремонт идет, но у меня больной вопрос, придомовой, дорога. Очень быстро, действительно, сегодня утром позвонили, и через 2 часа приехали. И сделали асфальтовое покрытие. Эти и другие проблемы относительно дорожных работ были собраны от людей еще и депутатами. Рассмотрели жалобы на внеочередном личном приеме у главы города. По многим из них уже найдено конструктивное решение. Я благодарен сегодня главе города Сергею Сергеевичу, который оперативно, вот выйдя из отпуска промониторил, согласился с нами и сегодня провел тематический прием. Да, мы сегодня рассмотрели несколько обращений, и по ним глава города принял оперативное решение. Я уверен, что, значит, они будут выполнены, потому что глава города, значит, главное лицо, его невыполнение поручений грозит увольнением со всеми вытекающими последствиями. Полученные наказы и просьбы горожан градоначальник намерен рассматривать в рамках ежедневных объездов города на площадках проведения ремонтных работ. Олег Тюрин, Вести, Ульяновск. В областном законодательном собрании обсудили грядущие изменения в бюджете. Расходная часть региональной казны увеличится на 1,5 миллиарда рублей. Это произойдет за счет роста налоговых и неналоговых доходов и перераспределения средств внутри отраслей. Большая часть денег пойдет на поддержку социальной сферы. Об основных статьях расходов Павел Игнатьев. Перед тем, как в очередной раз пересмотреть региональный бюджет, с лидерами партийных фракций и внефракционными депутатами встретился губернатор Ульяновской области. Результатом этого общения стало внесение в бюджет региона ряда правок. Так, на первоочередные социальные расходы заложат свыше 1,1 миллиарда рублей. Из них на выплату заработной платы 485,9 миллионов, на меры соцподдержки 476,5 миллионов рублей. Также на оплату исполнительных листов Министерства здравоохранения 114,8, а в целом по Министерству здравоохранения 150 миллионов. С начала года это будет уже третий транш на поддержку областного здравоохранения. Насущные проблемы отрасли нужно решить как можно скорее, настаивают парламентарии. Сегодня они попросили профильного министра озвучить точную цифру, необходимую для финансового оздоровления ведомства. Сколько еще нужно средств, по крайней мере, для того, чтобы ситуация к концу года поправилась по лекарственному обеспечению, там, по судебным решениям, то, о чем говорит население, каждому депутату, наверное, ежедневно. Ответ будет озвучен на заседании социального комитета, который состоится уже завтра. А сегодня было решено направить дополнительные средства на решение проблемы водоснабжения, подготовку к предстоящему отопительному сезону и модернизацию сельских школ. Мы все-таки договорились окончательно о ремонте сельских школ, именно о замене окон, что ежегодно в бюджет мы будем закладывать определенные средства, и именно на эти цели не менее 50 миллионов рублей. До конца этого года оконные блоки заменят в 2 сельских детских садах Вишкаемского района. А вот в Димитровграде вплотную займутся организацией бесплатных перевозок учеников общеобразовательных организаций. Из 18,5 миллионов выделенных городу из региональной казны, 10 пойдут именно на льготный провоз детей. Эти вопросы еще раз обсудят на завтрашнем заседании социального комитета. А уже в среду решение об изменении в каждой из статей расходов вынесут на окончательном заседании бюджетного комитета. Павел Игнатьев, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. В колонию общего режима отправили чиновников, которые расхищали муниципальные земли. Железнодорожный суд сегодня вынес приговор государственному служащему и 3 его подельникам. Их обвинили в 44 эпизодах мошенничества с использованием служебного положения. Как доказали в ходе судебных разбирательств, они изготавливали поддельные документы для оформления земли в собственность на своих родственников, а потом продавали участки. Это земельные наделы как в областном центре, так и в Ульяновском районе. Поддельные документы даже вшивали в архив. За 2 года похитили и продали муниципальные земли на 22 миллиона рублей. С первого судебного заседания прошло более 7 месяцев. Подсудимые активно защищали судебное заседание. Свою вину Морозов, в частности, и Якупов не признавали, поясняли о своей непричастности в данных преступлениях. Но государству обвинением была предоставлена обширная база доказательств, в том числе и прослушка их телефонных переговоров. В результате суд полностью согласился с позицией государственного обвинения. Организатора мошеннической схемы приговорили к 10 годам колонии общего режима. Все его подельники проведут за решеткой чуть меньше времени, от 4 до 8,5 лет. Кроме штрафов, суд обязал преступную группу вернуть в районные и городской бюджеты более 12 миллионов рублей.
Ягодный сезон открыт. В поселке Тимирязевский и Ульяновской области полным ходом идет уборочная кампания. Научно-производственный сад, на территории которого сейчас собирают урожай, был заложен еще в 1991 году. Здесь выращивают плодовые и ягодные культуры. А еще выводят новые перспективные сорта, которые широко используют крестьянско-фермерские хозяйства и садоводческие товарищества. Аккуратные зеленые ряды, междурядья, застелено соломой. Все для того, чтобы ягода была чистой и свежей. А сегодня уже с раннего утра на ягодных плантациях работают не только жители Тимирязевского и близлежащих сел, но и жители Ульяновска. В основном собирают красную и черную смородину, крыжовник разных сортов, вишню. Совсем недавно убрали жимолость, самую первую ягоду, которая также пользуется большим спросом у жителей области. Ну вот сегодня у нас погода такая пасмурная. Вчера целый день шел дождь, людей мало. Так, спасибо хочу сказать вот люди, которые откликаются на нашу просьбу, на наше объявление. Большое им хочу сказать вот спасибо. За ягодами последует новый урожай, яблоки летних и осенних сортов, груши, слива. Принять активное участие в сборах может каждый. Велокубок всероссийских соревнований впервые разыграли в Ульяновске. 11 регионов страны, 60 спортсменов высокого уровня. Гонка прошла по центральным улицам города. И несмотря на небольшую скорость, стала непредсказуемой. Обо всем подробнее расскажет Кристина Агафонова. Главное, чтобы прикрепление работало. Ну и тормоза не терли. Перед стартом отладка оборудования и поддержка родных. Евгений Тимошин готовится к встрече с серьезными соперниками. Среди участников два мастера спорта международного класса. Тренировки довольно серьезные были. Катал много всякой работы выполнял. Силовой и выносливой. И как бы стараюсь получить мастера спорта и выполнить. Старт всероссийской гонки дали региональные власти. После круга почета пошел отсчет времени для самих спортсменов. Трассу проложили по историческим улочкам в самом сердце города. Но для многих эти 1100 метров стали непредсказуемыми. Ну, тут сюрпризы такие, конечно, поворотов много, во-первых. И во-вторых, там, где повороты, много дорога плохая. Вот. Каждые 15 минут контрольный финиш. Чем ближе к заключительному кругу, тем выше темп. Гонщики проехали час, остается плюс 10 кругов. На каждом круге промежуточный финиш. То есть последние 10 кругов гонка взвинчивает темп. И будет очень сложно и трудно, конечно, ребятам. Здесь только две возрастные группы. Это ребята не старше 18 лет и те, кто уже перешагнул 19-летний рубеж. Спортсмены высокого уровня. Их день был расписан от завтрака до выхода на стартовую линию. За день до гонки. О гонке нужно вообще не думать. То есть ложиться спать вообще с пустой головой. А на утро уже часа за два до гонки уже все настраивать себя на гонку. И по сути, вообще не разговаривать ни с кем перед гонкой. Все держать в себе. Энергетику никакую не тратить. В первые виражи спортсмены входят плотной группой. Уже через четверть часа от пелетона отрываются велосипедисты из Майкопа. Чуть позже к беглецам присоединился и столичный гонщик. Это трио и разыграло главные награды. Ульяновцы в призеры соревнований попасть так и не смогли. Велокубок уехал в Майкоп, а в младшей возрастной группе победу праздновал спортсмен из Самары. Кристина Агафонова и Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск. Как будут развиваться события в регионе, расскажут Вести Ульяновск уже завтра на телеканале «Россия». Далее вас ждет прогноз погоды от Ульяновского гидрометцентра. А у меня на этом все. Я благодарю вас за внимание. Спасибо, что были с нами. До встречи. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо расти. Температура воздуха ночью по области от 8 до 13 градусов со знаком плюс. В Ульяновске 10-12 градусов тепла. Завтра днем по области от 22 до 27 градусов выше нуля. В Ульяновске плюс 23, плюс 25.